Среди тех, кто уже подал заявку на участие в конкурсе, жители сразу нескольких домов, расположенных на улице Братьев Жубановых, где существует дворовой клуб «Ахжелькен». Дети из этого района, как известно, уже не первый год бесплатно посещают различные кружки – хора, вокала, домбры, изо, шахмат. Но сам дворовой клуб располагается в жилой пятиэтажке. В этом же дворе имеется благоустроенная территория, существует своя детская площадка. Среди клумб можно увидеть целый игрушечный зверинец. Жирафик, крокодил, енот, мишка. Их мастерили из обычных деревьев и покрышек. Каждый зверенок тщательно выкрашен в яркие цвета. Инициатором этого дворового Диснейленда оказалась жительница дома Евгения Александровна. Много лет она работала педагогом, сейчас на пенсии. Евгения Кузьменко говорит, что с удовольствием их двор примет участие в конкурсе. Каждый двор должен думать о том, что в семье, в доме есть дети. Дети должны летом заниматься, чем-то играть, нужно их отвлечь, чтобы меньше хулиганства было. Поэтому самое активное участие должны все принимать. Конечно, трудности большие, что там говорить, не каждый это понимает. Но надо у нас, жители поняли, и первого, и второго корпуса помогли, очень помогли. Мы стадион организовали, добились. Детскую площадку 3 года делаем, обновляем. Он в этом году паровозик начали новый делать. Еще планы у нас. Вот. Озеленяем по возможности, конечно. Конкурс на самый лучший двор проводится в нашем городе не впервые. После небольшого перерыва его в этом году объявили, как обычно, по 3 номинациям. На лучшую прилегающую территорию среди частных домов, мой дом лучший в городе, среди многоэтажек, двор 2014 года, среди предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности, зеленый город. Основным критерием является участие горожан в наведении порядка на своей территории, озеленение, применение инициативы по украшению территории, установке архитектурных форм, использование каких-то новых интересных для нашего города цветов, деревьев, кустарников, в целом создание условий для жизни. Заявки на конкурс уже стали поступать. Совсем скоро члены комиссии начнут посещать и оценивать все представленные объекты согласно положению о конкурсе. Но по итогам победители будут награждены ценными призами и дипломами акима города. Также в акимате просят жителей города фотографировать и представлять информацию о тех, кто мусорит. Хотелось бы обратиться к горожанам, когда присылают фотографии, чтобы на фотографии был видно конкретный объект или конкретный человек, чтобы можно было принять меры и указание даты и места. Лиза Цакиева, Алексей Уразов, программа «Факт».